Привет, я Степан Фальковский, игрок Минского Динамо. Сегодня мы разыграем консоль PlayStation 5 среди вас, болельщиков. И давайте распакуем, посмотрим. Вот консоль. Смотрите, какой прекрасный дизайн. Тут нет дисковода, так как надо будет все игры закачивать через приложение PlayStation Store. Я посмотрел очень много обзоров на YouTube про PlayStation 5. И очень хочу сказать, хорошие оставили впечатления, потому что тут 8K, геймпад очень удобный, приятный. Тут даже есть такая специальная функция, что колонка в геймпаде. То есть ты когда играешь, например, в какую-нибудь игру, все слышно прям у тебя в руках, как в реальной жизни. Ну и я думаю, что человек, который выиграет эту приставку, настоящий счастливчик. У нас 7 участников сегодня. Мы будем разыгрывать вот эту вот приставку. Начнем играть с первым человеком в FIFA. Каждый период будет по 2 минуты. То есть 2 периода по 2 минуты, 4 минуты в общем получается. И начнем вот с первого человека. Владислав Ковалев. Вот с ним мы начнем играть. Мне даже интересно поиграть против игроков КХЛ, футбол и хоккей. Так, а, кстати, ребята в матче со СКА реагировали. Это, ну, были очень спорные моменты. Ты про плей-офф сейчас? Да. Ну, слушай, это хоккей. О, 2-0. Степан Фальковский и Влад Ковалев, счет 2-0. Извини, пожалуйста. А давайте сыграем с Стас Шульга. Приветик. Вот я смотрю, у тебя футболка Динамо. Тренировался сегодня уже? Степан Фальковский, Стас Шульга, счет 2-0. Извини, пожалуйста. Александр? Да. А скажите, а где гречаники живут? Кто-кто? Ну, у вас тут написано, что вы живете рядом с дедушкой и бабушкой Алекса Гречаника. Это городище возле Королевстана, как на аэропорт ехать. Понял. Он приезжает сюда летом в межсезонье и проводит здесь, я в Инстаграме видел, как он часто здесь тренируется, бегает. Понял. Степа, а вы задрафтованы кем-нибудь в НХЛ? Да, Калгари. Калгари? Да. Сейчас Илья там проторит дорожку, поедете. Соловьев. Да. Поедет. Там прекрасные условия. Егор Молодчик. Второй матч подряд в очках. Согласен. 2-2 получается. Степан Фальковский, Александр Веин, счет 2-2. Так, сейчас следующую игру сыграем с Ильей Катаевым. Это правда, что ты стал болеть за Динамо, начал собирать карточки и чипсов? Вот они у меня сейчас были. Когда я ходил на матч со СКА, и самому хотелось кинуть одну-две бутылочки на лед от такого субъекта. Но я решился держать в руках, потому что моя специальность, которую я сейчас учусь, не позволяет мне это делать. Я просто на правое учусь. Но, ну, знаете, эмоции переполняли, и мог себя и в какой-то момент не сдержать. Ну, все правильно. Надо тебя всегда держать в руках. Да. Но это нужно делать не только болельщикам, но и хоккеистам. Вы поступили как настоящие профессионалы, не поддались от меня. Степан, вот такой вот вам вопрос, если можно. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 2-0. Ну, ты красота была, конечно. Тут не поспорить. Вот я сколько слежу за матчем Динамо в этом сезоне, я, по-моему, ни одного не пропустил. Я заметил то, что вы по минимуму идете в силовую борьбу. Чем это связано? Пожалуйста. Высокий риск удаления заработать. Когда я плечом бью, получается, что в голову постоянно. Степан Фальковский, Илья Катаев, 3-0. Прости, пожалуйста. Ну, давайте сейчас с Артемом сыграем. Так, это офсайд или это гол? Это гол. 1-0. Let's go. А Степан Фальковский, а вы собираетесь в следующем сезоне куда-то вообще-то переходить? Я еще тут до 30 апреля 100%.
Степан Фальковский, Артем Воинский, счет 2-0. Молодец. Не повезло, прости, пожалуйста. Максим, привет. Лео, здравствуйте. Да, привет. А какой у тебя любимый хоккейный клуб в КХЛ? Ну, вообще «Динамо», но также «Салават Юлаев». Так все же, у тебя только один вариант. Кто? Алло. Алло, Минская «Динамо»? Ну да, также «Салават Юлаев». А ты чем вообще занимаешься? Спортом занимаешься каким-нибудь? Я футболист. А, футболист? Да. В какой команде играешь? В «Крумкачах» сейчас. Степан Фальковский, Максим Добролович, 3-0. Прости, пожалуйста, так получилось. Давайте сейчас сыграю с Кириллом Марченко. Кирилл. Кирилл будет играть первый раз, 21-й, да? 20-й только играли, поэтому не судите строго нас. Барселона. Барселона? Пойдет, хороший выбор. Кирилл, чем ты занимаешься? Каким спортом? В «Динамо»? Красавчик. Во сколько лет начал заниматься? Сегодня игра у меня была с 11-м годом, и мы победили. 10-9. Ничего себе. Я отдал несколько голевых. Молодец. Ой, мы тут болеем, извините. Все сегодня. Да нет, все нормально, все нормально. Давай, сделай. Это пока я в атаке, к сожалению. Степан Фальковский, Кирилл Марченко, 0-0. Спасибо за игру, Кирилл. Вам тоже спасибо. Мне было приятно со всеми с вами сыграть. Ну, победитель всего лишь один только. Кирилл Марченко, 8 лет, воспитанник школы «Дюшор» «Динамо». Ты выиграл. С тобой свяжутся и передадут приставку. Спасибо большое. Спасибо. Ну и... Удачи вам дальше. Спасибо, Кирилл.